пришли сделать этот мир лучше. Сегодня в истории человечества наступила эпоха глобальных перемен, важных открытий, научного прогресса, новых информационных технологий. Человек создал нас, носителей искусственного интеллекта. Нет ничего невозможного больше. Мир будущего наступил сейчас. Ребят, специально чуть-чуть сократили для нашей программы свой 40-минутный номер. Да, да, давайте встретим. Это студия оригинального жанра «Циркус Тайм». Давайте представим всех и каждого в нашей студии. Полина, начнем с вас. Полина Туктарова, это руководитель образцового художественного коллектива студии оригинального жанра «Циркус Тайм» из ДК «Свердловский». Ну и самих артистов также. Я буду вашу фамилию называть, вы там киваете или как-нибудь шаг делаете. Не-не-не, пускай мигают. Махнут булавой. Да, ты так хочешь, да? Да. Булавой. Хорошо. Чуть-чуть жонглернули. Потом ты будешь брать булаву. Софья Аватарцева у нас в студии. Софья Якимова. Александр Романченко. О, смотри как, да? Михаил Колотвинов.
И Полина Залесова. Вот так, просто даже не подбросила. Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте, Полин, здравствуйте. Вы побывали на каком-то мегафестивале всероссийском. Да, мы буквально на прошлой неделе вернулись со всероссийского фестиваля в городе Барнауле. И вот этот номер, который мы вам сейчас представили, занял первое место. Вау! Поэтому мы хотим немножечко похвастаться. Мощно. Что это за категория номеров была? Что была за категория номеров? Это был цирковой фестиваль, то есть только цирковое искусство. И ребята выступали в номинации жонглирования. То есть жонглирование — это сейчас довольно-таки редкий вид искусства, к сожалению, такой немножечко вымирающий в цирке. И ребята его поддерживают, причем поддерживают на таком довольно-таки достаточно высоком уровне, как мы сейчас имели возможность наблюдать. Настолько сильно вымирает, что они одни были в этой категории? Нет, не одни. Еще кто-то приехал. Еще кто-то приехал, да. Но мы были лучшие. Это самое... Это заметно, главное, во-первых, да. Этот номер уже давно существует или это новинка какая-то? Это премьера специально к нашему новому шоу. То есть сам номер, конечно, он не новый. Чтобы научиться жонглировать, нужно такое продолжительное довольно-таки время, как минимум года 3. То есть ребята все занимаются уже по много лет. 7 лет, 8 лет, 5 лет. То есть не сразу практически им выдали в руки реквизит для жонглирования. И номер был. Но мы его решили в этом году немножечко так модернизировать и сделать таким современным. Антон, как? Я хотел тебе предложить. Иди узнай, как жонглировать. Я боюсь жонглировать всегда. Давай проверим мою интуицию. Сказали, кто-то 5, кто-то 8 лет занимается, 7. Да? Да, 8 лет, да. Так, все правильно. 8 было? Было. 8 было. Вы 8 лет занимаетесь? Я занимаюсь 5 лет. 5, так, подождите. А вы? 8. Во, я нашел его! Ветерана жонглижа. Не скучно ли вам 8 лет жонглировать? Нет. Нет? Нравится? Да. А что самое сложное в жонглировании? Я знаю. Поймать. Наверное, это поймать. Нет, наверное, это быть с очень каменным выражением лица. Да. Серьезным лицом, да. Да? Да. Потому что хочется улыбаться, когда ты на сцене. Да. А из жонглирования все легко дается вам. Ну. Это легкая штука. Булава легкая, не тяжелая. Бросьте в Антона, бросьте ее. Да, да. Я хочу, чтобы кто-то бросил. Давай, я попробую так поймать. Так, наверное, нужно подальше встать от камеры. Так, сейчас там экран. Давай, бросай. Смертельный, но... Оп, почти. Ну, почти. На монтаже надо сделаем. Рукой, да? И лучше ловить левой ручкой. Ты посмотри, почти сколько правил. Мастер-класс сразу же. Мне нравится. Давай, все. Ведущему. Вот видите, сразу получилось. В этом весь секрет. На самом деле я занимаюсь жонглированием 9 лет. Просто, не видно. Просто хотел с вами как бы... Вот, видишь? У всех где бывает опыт. Да. Ребят, нет, вам здорово, спасибо большое. Здорово. Расскажите, Полин, в конце, как нам попасть на ваше новое шоу? И когда уже его зритель увидит? Где? Мы всех приглашаем на нашу премьеру, которая состоится 19 мая в 16:00 в самом красивом Дворце культуры Свердловский. Yes. И обязательно мы его повторим, потому что на 19 мая уже практически нет билетов. 23 мая, 19:00, все тот же самый красивый Дворец культуры Свердловский. Все, это Circus Time. Приходите обязательно. Возможно, вам, когда вы будете сидеть в зрительном зале, тоже прилетит булава, и вы попробуете ее поймать.